Друзья, подписчики, всем огромный привет. В общем, просили меня побольше влогов там со всяких мероприятий выкладывать. Сегодня, сейчас на работе был, пятница. После работы решили поехать в цирк с Катериной. Цирк. Я никогда не был здесь в Америке в цирке, но вот этот именно цирк я всегда хотел посмотреть, какой он в реальности, потому что когда-то еще давно, наверное, в 90-х, в середине 90-х, когда только YouTube появился, в общем, я смотрел на YouTube записи этого цирка, я просто тогда там офигел, я в шоке, я несколько раз пересматривал то видео, там просто какие-то вообще безумные вещи творятся, я вот не знаю, что это видно или нет. И, в общем, с тех времен я всегда хотел в него сходить, но когда я приехал, он сюда приезжает как бы каждый год, билеты там, начиная, ну, там есть вроде как какие-то там супер для студентов по 35, я не знаю, в общем, реально там они начинаются где-то с 70, и более-менее так, если покупать там уже от $100 и выше, то есть вот я покупал билеты, они, каждый билет больше 100 стоит, но я один раз решил сходить все-таки для опыта, вот. Вообще он оригинально, этот цирк, находится где-то в Лос-Анджелесе, и говорят, у них там стационарная сцена со всякими безбашенными вообще вещами, а здесь они везде устанавливают временную сцену, поэтому, конечно, меньше всяких представлений и, ну, менее все, как бы сказать, захватывающее. В общем, я Катерине, так как сейчас, ну, конец работы, то есть такой трафик загруженный, я ей сказал, чтобы она ехала на автобусе сюда, и там меня ждала. В общем, сейчас поеду ее искать. Она мне прислала сообщение, что она уже там ждет, на автобусной станции.
Expect heavy traffic because circles. Away, да. That's awesome. Yeah. No, I've been to Sammamish Park many times, but not this one. Turn left, then your destination will be on the right. Короче, похоже, надо платить $15 еще за паркинг. Это бред вообще какой-то. Мы бы могли там в парке запарковаться и тут пешком платить. Сиди, какой блин конвой. If you're gonna pay with credit card, there's a credit card line up at the front, okay? Okay. В общем, друзья, реально это не шутка. Парковка стоит $15. То есть вон все платят. Я вообще, честно говоря, понятия вообще не имею. Ну, это как бы такой сюрприз. Ну, в принципе, по сравнению, что если за билеты там почти 300, то как бы за парковку уже 15, ты думаешь, уже ладно, заплатим. В общем, не знаю, почему так дорого. Это хорошо, что мы заранее выехали, потому что здесь пипец еще очередь. То есть мы здесь вообще где-то, ну, пока еще и не близко даже к этой парковке. Но народу очень много. А знакомая здесь живет в этом районе, разговаривал с ней, она говорит, вся вот это строительство этого цирка, они уже 2 недели его здесь строят. Если не будет такого талона, то потом еще, наверное, нафиг знает, сколько оштрафуют.